astăzi, sunt, da, sunt gazdele acestei sărbători, fiindcă sunt dragii și scumpii bunici a tinerilor însoroței. Сейчас я приглашаю бабушек, дедушек наших молодоженов. Аплодисменты, громкие, несмолкаемые! Мы приглашаем бабушек и дедушку нашего жениха, а также бабушку невесты. Познакомьтесь с бабушкой нашей замечательной невесты. Бабушка Нина, ваши аплодисменты! Бурикуса Ольга, Светлана, Шипулику Михай, аплаузы Фортунасы! Бабушка и дедушка нашего жениха! Мы настолько рады вас видеть на нашем празднике. Сентеп, когда вы рады лечиться в этой мастас. Ши, уритва мута санатате, вы витер ламаса, мы приглашаем вас к праздничному свадебному салону. Смотрите, Эймар, я приглашаю родителей жениха. Говорить о них надо будет долго, потому что их очень много. Это семья наших венчальных родителей. Врял свой вид фамилия Нашилор. Анатол Шилинуца, Энтони, Бьянка, Шизара. Уважаемые друзья, я буду тихо их объявлять, потому что в любом случае зал взорвется аплодисментами. Я приглашаю наших
излагам антронат в мисерика в тени нощи, колко ние и кари по посъл с фата ними. Ще излагам се повторим ачест евенимент, който на това встреча на сяда за вас. Вă mulțumesc foarte mult că ne susțineți. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Și vă mulțumesc foarte mult pentru vorbele bune care le spuneți în seara aceasta. Și să dea Dumnezeu înapoi toate cele ceremonii. Vă doresc ca în această seară să aveți parte numai de veselie, să ne veselim, să fim veseli și ca să plecem această pereche de tineri în drumul vieții cu veselie. Radu. Mulțumesc mult, m-a ascultat. Dau ura! Bună seara, stimați oaspeți și dragi fiind. Vă mulțumim în primul rând că ați ajutat invitația noastră de a sărbători această seară minunată, mariajul sau nunta scumpilor noștri vin. Și vă dorim să petreceți o seară de neuitat, să dansați, să ciocnim paharele în cinstea lor. Și vă mulțumim încă o dată pentru prezența și formăm cu mâna așa de oameni, toți frumoși și la suflet și la chino. Mulțumim mult! Alături de noi în această seară. Vă dorim
vedeți frumoasă mai departe. S-a spus, eu astăzi doresc copilă control cu Mihai Sivă locomotivă și care vă l-a spus pe termin. Smea și stâlpire. Fericire, bucurie, iubire. Tuturor vă astăzi mulțumim mult. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația care ne-a făcut și ne sunteți prezenți aici. Mai nu o să vă uităm. O seară frumoasă. Și tot ce e bun. Уважаемые друзья, помимо поздравлений, мама нашего жениха сказала, что в июле, вот буквально на днях, исполнилось 24 года совместной жизни вот этой молодой прекрасной пары. И вот мне интересно, действительно, как же целуются люди влюбленные спустя 24 года? Ваши близкие,
Будем рады за вашу победу. Амар. Ольга. Счастливые. Ну вот так.
Pază și ziua de rugăciune. Să te duci de asta. Să vă mulțumim pentru vizionare. Să ascunde părinții și rămase ca doamne părinte să ieși cu vânturi toate bolii în orașul ca un mică altă timpul. Îi doriți o țară fericită, să te stat împreună. Mulți copii! В вашем доме, я хочу сказать, царила любовь, терпение и доверие. И желаю вам всего самого-самого хорошего. Терпения вам и любви. Thank you.
середина сильно, фінішу насилення. Наші мама дома, ти зогай, ти наші є. Thank you.
Thank you.
Вот тут мама будет зятем. Ну, это будет значить, что вы много общались со своим зятем, вы его знаете, узнаете его голос. Поэтому садитесь, пожалуйста, спиной к нам. Много-много-много молодых людей скажут вам: «Мама, я здесь!» Когда вы услышите голос своего зятя, крикните: «Это он!» Договорились? Теща молчит, значит, не он. Мама, я здесь. Почти похож. Мама, я здесь. И это не зять? Похоже, засомневалась. Ай, теща. А я извиняюсь. Тогда или нет? Не-не-не. Похоже на моего зятя. Так. Но я хочу, чтобы ребята, как-то настоящим голосом, они его копируют. Мой зять, он Анастасий Грузин. Мужчина. Он не играет с моим голосом. И никаких няшек, никаких мимишек, просто. Мама, я здесь. Он вас даже боится, когда вы спиной к нему, этот человек, видите? Как? Мама, сын таич. Так, молчи, теща. Мама, я здесь. Нет, не он. А мне вот очень понравился голос. Мы тоже. Мама, я здесь. Да тоже не он. Блин, а где же он? Я здесь. Мама, я здесь. Нет? Нет. Ну, знаете, вы такая привередливая теща, я вам скажу. Я хорошо знаю своего зятя. Так. Где же ваш зять? А, я знаю. Вот он. Он должен сказать: мама, я здесь. Мама, я здесь. Молчит. Еще даю две попытки. Если вы не угадаете, ну, вы не виноваты. Мама, я тут. Тоже нет? Как будто мы его зятя. А вы уверены, что вы не пропустили? Нет. Мама, я здесь. Вот это он. Беги, беги к своей теще, приглашаю его далее. Айка, теща, Айка, молодец. Я Браво. Первый день его знаю, да. Он весь ваш. Аплодисменты! Опа! Давай закружи свою чашу! А ты не жена ушла вот тогда, а ты меня жена ушла запросто. Эх, полюбая большой палец вниз.
выступайте в овациях. Мужчина, мама невесты, теща нашего жениха, ну конечно же. Thank you.
Acolo țigancarea, acolo norocul.